здравствуйте. Что бы вы хотели пожелать Кыргызстану или кыргызстанцам в новом году? Сначала. В целом просто всем здоровья и никогда не унывайте. Все лучшее у нас впереди. Развитие и здоровье. Ең біріншісі бұл заманыңыз тынш болсын, ору бәле болсын, соғыш болсын, Қырғызстанымыз өнеге берсін. Мына жастарды чоңайып келатады. Негізі біздің Қырғызстан аябай дүние жүзінде ең қуғыш жерлердің бірі. Ошоңыздан біз сыймытанып, ұшыл жерде мен өзім қырғыз болып туылғаным абдан сүйінім. Ең басқасы ошол, ору байлы, бар болуы, бай болуы, заманыңыз тынш болсын, соғыш болсын, ең басқасы ошол. Анам башкысы заманыңыз тынч болсо, биз ошол заманыбызда өзүбүз чоңое беребиз, өсө беребиз. Ошол эң башкысы. 2023 жыл элибизге, жерибизге тынччылык, молчулук, бакубатчылык каалайм. Жакшылыктар болсун, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Ошо элибиз токчулукта, барчылыкта, байчылыкта жашасын. Здравствуйте. Я в первую очередь хотел пожелать всем мирного неба над головой, встретить в кругу близких Новый год и быть здоровыми, чтобы следующий год и последующие года стали не самыми разочаровывающими с годами, и все, что хорошо было у нас. Успехов, главное здоровье, ну сейчас данное здоровье и здоровье. С Новым годом. Ну, всем желаю с Новым годом счастья, здоровья, чтобы у всех было все хорошо. Это самое главное, что нужно сейчас в этой жизни, так как, ну, денег побольше, конечно, сейчас без денег не выживешь почти. Счастье, здоровье самое главное, в семье, чтобы было все хорошо, все. В этом году, в наступающем году, я бы хотел кыргызстанцам пожелать всего наилучшего, успехов в работе, здоровья главное. И главное, чтобы был мир во всем мире. Что больше пожелать? Все. Спасибо большое. Барды кыргызстандыктарга тынчтык каалайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Токчулук, молчулук болсун. Жаңы жылыңыздар менен. В новый 2023 год я хотел бы пожелать Кыргызстану в первую очередь процветания, всего самого наилучшего, чтобы народ гордился, что живет в этой стране, и самое главное, чистого воздуха. О, спасибо большое.